чего? А вы из Сетанации, нет? А, пошла. Впечатление пока ошеломляет. Не поняли вообще. Нам интересное, сложное. А интересное, хорошее? Разное. Как вы думаете, чего никто не хочет говорить? Я думаю, потому что не могут определиться со своим впечатлением однозначно. Спасибо. Понравилось. А почему не у вас замысл автора? Не понравилось. А почему? Расскажите, что не понравилось? Мне нравится, что раздевается на сцене. И оно было неуместно. А смысл? Смысл, да. Просто я бы по-другому этот смысл передала. Но это мое чисто мое. А у вас? Ну, то же самое. Сейчас мы обменялись, да. Впечатлениями обменялись и согласились, да. Да, пьеса понравилась, но постановка не очень. Простите? Вы были в театре нации сейчас? Да. Какие у вас впечатления? Смешанные чувства. Да, смешанные. А какие? Больше отрицательные. Почему отрицательные? Ну, как-то все очень тягучее, невнятно. Ну, мы уже много спектаклей смотрели. Ага. Вот, и наши режиссеры по-моему. А почему людям так сложно? Вот люди выходят, очень сложно определиться, не могут сказать. Потому что сам спектакль какой-то излишне тягучий, что ли, такой, без кульминации, без каких-то явных точек, вот, перепадов, и поэтому так много. И сумбурные ощущения в результате. У вас тоже, да? Ну, в принципе, да, то есть нет какой-то яркой игры актеров, нету какого-то... То есть непонятно, на что режиссер ставил, то ли это сценография, то ли это актерская игра. Какая-то, то делать, как-то внятно, образно нам это рассказать, например, да. Если это не философия, что-то другое тоже нам рассказать внятно. Вот. Ну, спасибо. Вы знаете, никак. Я в шоке, честно говоря. А от чего в шоке? Все, что там было, мне все неприемлемо абсолютно. Я читала, когда брали билеты сюда, я читала аннотацию и представляла себе как-то совершенно иначе все. Но не в таком виде, как, не знаю. Не знаю, как актеры согласились такие, как Феглистов и Агриппина играть. Что они понимали, наверное? Ну, может быть. Нет, мне не понравилось. А можно я не буду говорить? А у вас? Очень такие неоднозначные, я бы сказала. Скорее не понравилось? Нет, понравилось, но слишком сложно. Сложно, в подаче сложно. Ни режиссура, ни пьеса публичная. Мне только актерам понравилось. А что понравилось? Актеры? Актерская игра понравилась? Ну как, они 100% отработали на сцене. То есть они сделали свою работу.